Всем привет! Это Кристиан. И сегодня 10-й день и 9-й день, когда мы гребем. Здесь наше место, где мы будем ночевать. Там палатка, там наши вещи. И они чуть-чуть мокрые, и сейчас высушить. Я покажу вам это место. Там Анна. И сегодня, вчера и сегодня у нас были проблемы с каяком. Что происходит здесь? Что это? Это сиденье Анны и ремни порвались. Ремни порвались, но я починил ремни с скотчем. Да, здесь много скотч, и это называется по-фински Jesus tape. Это скотч Иисус. Да, потому что скотч Иисус. Как я могу сказать? With Jesus tape I can repair anything. Со скотчем Иисуса я могу починить все, что угодно. Да, да. И сейчас мы надеемся, что сработает. Но это мы будем видеть завтра. Мы увидим это завтра. И завтра мы гребем 25, около 25 километров до Черкаси. До Черкас. И сегодня мы тоже, или также, тоже. Также. Гребли 25 километров. 24 целых 9 десятых километров. Правильно? Да. Да. И как ты? Я прекрасно. Конечно, в конце последние 5 километров крести со спинкой, которая постоянно падала назад, было сложно. Но ничего, справились. Я думаю, завтра будет еще лучше. Да. Окей, это все. До завтра. Пока-пока. Пока-пока.